Похоже на стену неизвестного пространства, когда вы выходите в неизвестное пространство, скажем, в темноте на ощупь. Здесь то же самое, здесь как бы все видите, но очевидно, очевидно глазами вы не видите, как реагирует эта среда. Вот. И подходя к ней, вы, ну, может быть, даже сможете объяснить, как она работает. Зрителям принципы генерации звуков, так сказать, вот в этой вещи презентации. Ну, инсталляция, которая предназначена для исследования всех своих ощущений, то есть вы пытаетесь именно не с помощью как бы очевидных каких-то вещей, а как-то вот исследуя, ходя туда-сюда, может, разным стилем, приседая, вставая, и пытаетесь понять, от чего же зависит звук. Вот, а потом мне было бы интересно узнать от вас как раз ответ на этот вопрос. Где звук исчезает? В центре слепое пятно, да? Там, где звука нет. Вот вы встали туда как раз. Ну да, подсказал. То есть, когда один человек, это легче, когда, конечно, двое человек. Теперь можете исследовать. Да, вот эти шаг, где-то два шага. Как меняется звук, когда вы от центра приближаетесь к краю? На самом деле, только это имеет значение. Тоже подсказка. Ну еще полосы, возможно, могут вам подсказать, бегающие вот эти белые. На самом деле они просто визуализируют их буквально в виде. То, что мы слышим, вот эти белые полосы, это на самом деле то и есть, собственно. Нет ни эквалайзера, прямо форма волны, амплитуда волны ярко-темная. То есть широкие полосы связаны с низким звуком, а тонкие полосы с верхним звуком. Thank you.